Масштабы благоустройства действительно впечатляют. В Самаре отремонтировали Крымскую площадь и сквер Фадеева. В этом лично убедились губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Любимые места отдыха горожан стали еще более привлекательными. В Самаре на 98% закончили реконструкцию сквера Фадеева. Здесь обновили плитку, скамейки, освещение, беговые дорожки, разбили цветники и построили несколько игровых площадок для детей. Теперь сюда приезжают отдыхать со всего города. Сквер стал точкой притяжения для людей всех возрастов. Здесь интересно и взрослым, и самым маленьким жителям. Новая площадка, интересная, такой, ну, в Самаре, мне кажется, точно не было. Вот. Теперь у нас есть куча детей, но они теперь не хотят отсюда уходить. Мы в садик не хотим, на занятия не хотим, потому что замечательная площадка, на которой хочется играть и гулять. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что площадка является универсальной. Заниматься активными видами спорта здесь можно в любое время года. А мы сюда ходили на лыжах кататься и бегать. Так теперь, видите, дорожка есть беговая, и в том числе можно на лыжах кататься. Долгое время Крымская площадь в железнодорожном районе Самары была заброшена. Этим летом ее привели в порядок. Здесь можно отвлечься от городской суеты и погрузиться в атмосферу курортного полуострова. Главные достопримечательности зеленой зоны – Воронцовская ротонда и Ялтинский маяк. Новые арт-объекты пользуются огромной популярностью у местных жителей. Самарцы отдыхают на новых удобных скамейках, любуются видами и делают селфи. Я сегодня просто мимо проходила, хотя я здесь рядом живу, думаю, открытие. С удовольствием зашла, и вот уже минут 40, наверное, сижу и любуюсь. Спасибо за то, что так вот все нам здесь прекрасно сделали. Общественное пространство Самары ремонтируют по федеральной программе формирования комфортной городской среды. За работой подрядчиков строго следят общественники, а также представители городских и региональных властей. Благодаря национальному проекту, инициированному президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, комфортная городская среда, преображаются города и села и в Самарской области, и по всей стране. Масштаб преобразований впечатляющий. Все скверы, бульвары и парки приводят в порядок с учетом мнения местных жителей. В ближайшее время рабочие должны устранить все замечания горожан, убрать строительный мусор и навести идеальную чистоту на отремонтированных площадках. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.